Итак, как мы только что услышали, в Рязанской области создадут аэрокосмическое производство. В регионе планируют собирать самолеты, оборудование для ракет и спутников, современные информационные системы. Для этого местные власти активно привлекают инновационные предприятия, предлагают льготные условия для ведения бизнеса. Наш специальный корреспондент Даниил Филин побывал в Рязани и сейчас готов подробнее рассказать о развитии производства в области. Даниил, приветствую. Каковы впечатления? Светлана, развитие инновационного производства в Рязани буквально совсем недавно началось, полгода назад, но нам уже показали первые результаты. Кроме того, мы посетили несколько современных медицинских учреждений, которые уже функционируют в полном объеме. Но обо всем расскажу по порядку. Рязанская область в ближайшие несколько лет должна стать инновационным центром нашей страны. В планах у правительства развернуть несколько крупных производств по созданию самых современных технологий. Например, в здании старого аэропорта Протасово уже открылось производство беспилотников. Пока их собирают вручную, но в планах полномасштабный конвейер. Работает команда из 40 человек. Они сами придумывают электронные схемы, разрабатывают комплектующие и тестируют свои аппараты. Назначение у них абсолютно разное, начиная от военных целей, заканчивая перевозкой грузов по воздуху. Гражданская сфера применения достаточно широкая. Некоторые дроны используются для картографии, топографии, для наблюдения. Какие-то изделия укомплектованы спектроанализаторами, газоанализаторами. То есть они могут использоваться в сельском хозяйстве, могут использоваться в нефтяной промышленности. То есть сфера применения массово широкая. Даже некоторые вещи сейчас применяют для рыбалки. Но так как у нас мораторий губернатора на полеты, соответственно, пока это нельзя использовать. Разрабатывают там и системы борьбы с беспилотниками, что сейчас особенно актуально. Последнее слово в этой сфере – маленькие дроны-перехватчики. Они быстрее и маневреннее обычных, и как только видят вражеского разведчика, подлетают, выпускают сеть и спускают с небес незваного гостя. Есть и более радикальные меры, например, системы радиоэлектронного подавления. Их тоже сами разрабатывают и собирают в Рязанской области. Нам показали систему, которая называется «Школьник». Такое название, потому что она из-за своей компактности похожа на обычный школьный рюкзак, только с антеннами. На довольно коротком проводе, то есть для безопасности оператора, этот провод там удлиняется, делается там 10-15, по требованию. То есть человек может сидеть где-то в укрытии и заниматься управлением. У него вот здесь простые лампочки стоят, на нем написаны частоты, тут этих лампочек можно поставить сколько угодно. Он видит, лампочка загорелась, нажал на кнопку, джаммер включился, началось подавление. Соответственно, лампочка погасла, значит, все упало и разбилось. И больше не работает. Таких компаний, которые производят современное оборудование в Рязанской области, больше 30. Они резиденты аэрокосмической инновационной долины. Это некая абстрактная площадка для научных и производственных предприятий. Для них регион создает комфортные для работы условия. Так, резиденты аэрокосмической долины могут рассчитывать на земельный участок для своего производства, могут не платить налоги и страховые износы несколько лет, получать льготы при найме сотрудников. Взамен они создают новые биомедицинские технологии, приборы для освоения космоса, все виды радиоэлектроники, протезы и программы реабилитации для военнослужащих и многое другое. Мы планируем создать научно-производственный центр на базе аэропорта Протасово, который будет включать в себя центр мониторинга и контроля полетов, центр коллективного пользования и центр подготовки кадров. Таким образом, мы считаем, что в комплексе эти два проекта они позволят обеспечить существенный рывок в развитии экономики и науки Рязанской области. Кстати, о реабилитации в регионе недавно заработал многопрофильный социальный центр «Сосновый Бор» для детей-инвалидов и их родителей, а также участников специальной военной операции. Курс длиной 3 недели они могут пройти совершенно бесплатно. Там мы тоже побывали, даже попробовали несколько процедур. Расскажу свои впечатления.
Раньше на месте этого центра был санаторий, который давно забросили. Здание простаивало несколько лет, но в итоге его привели в порядок, капитально отремонтировали и переоборудовали в современное учреждение реабилитации. Находится он в отдалении от города, но это больше плюс. Полнейшая тишина, чистый воздух и единение с природой. Здание оснащено самым современным оборудованием для восстановления двигательной активности верхних и нижних конечностей, укрепления нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы. Каждый год там проходят реабилитацию до 4000 человек. А главная особенность этого центра – две скважины с лечебной минеральной водой. Их глубина составляет 500 метров и километр. Наши реабилитируемые могут практически постоянно ее употреблять. И что уже сейчас показывает улучшение в их состоянии при комплексной реабилитации. Состав уникальный, минералы, природные элементы, которые помогают справляться с посттравматическими симптомами, с какими-то расстройствами, с профилактикой болезней системы кровообращения. Медицине в регионе уделяют особое внимание. Только за 2022 средняя продолжительность жизни выросла сразу на 4 года. Это мне рассказал министр здравоохранения области. Добиться такого впечатляющего результата помогла и новая больница скорой медицинской помощи. Она открылась в 2020 году. Теперь там принимают по 25 тысяч человек ежегодно. В основном вопросы хирургии, урологии, гинекологии и нейротравматологии. Это основные профили учреждения. Но главная особенность – образовательная составляющая. Кроме палаты кабинетов врачей, там аудитории для студентов. Молодые врачи, всего около 1000 человек, сразу после лекций, например, по дерматологии, отправляются на другой этаж, в отделение на обход пациентов и закрепляют все на практике. Так работают 5 клинических кафедр Рязанского государственного медицинского университета. Есть и несколько групп полностью из иностранных студентов. Потом закончил 6-й курс, я буду учиться дерматологии. Что может быть самое интересное в вашей специальности в универе? Все интересно. Много стран и студентов. И, как скажете, it's very good to be around here. Вот такие у меня остались впечатления от поездки в Рязанскую область. Конечно, мы познакомились далеко не со всеми сферами жизни, поэтому более подробно о социальной составляющей региона я поговорил уже по приезде с председателем областной думы Аркадием Фоминым. Сейчас, без преувеличения можно сказать, что все регионы нашей страны стараются привлекать как можно больше инвестиций и развивать бизнес, предпринимательство, другими словами, экономику своего региона. А какая работа в этом направлении идет в Рязанской области? Как вы поддерживаете предпринимателей? Вы абсолютно правы, что жизнь и современные реалии нашего времени требуют особого отношения к бизнесу. Именно по его развитию и активности на территориях наших регионов. В частности, в Рязанской области мы это очень хорошо понимаем, и депутатами был разработан совместно с правительством целый блок законов по поддержке предпринимательства, по поддержке промышленности, по развитию бизнеса. Мы ввели каникулы для малого бизнеса. И, значит, ввели каникулы для малого бизнеса, также расширили перечень деятельности по патентной системе для предпринимателей. Мы поддерживаем, активно поддерживаем экспортную деятельность наших предприятий. Скажу лишь, что вот в комплексе эти меры поддержки, которые существуют в регионе, ими воспользовалось у нас более 3000 налогоплательщиков. И как итог, в прошлом году инвестиции составили 93 миллиарда рублей. Мы также не забываем и молодых предпринимателей. Для нас важно, чтобы как можно большее количество людей молодых также занималось активно предпринимательской деятельностью. И здесь мы для начинающих ввели тоже так называемые подъемные, которые в размере составляют от 100 до 500
тысяч рублей. В целом мы видим, что те налоговые льготы, которые мы даем, по итогу отчисления в бюджет перекрывают эти льготы и даже дают нам определенные прибыль, ну, если так можно сказать, прибыль для бюджета. То есть повышается налогооблагаемая база. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении и дальше. Это начиная от индивидуального подхода с каждым инвестором и, конечно, совершенствуя нашу законодательную базу по поддержке предпринимателей и экономики. А расскажите поподробнее про каникулы для малого бизнеса. Что они из себя представляют? Это какой-то период безналоговый или это мораторий на проверки? Это и безналоговый период, а мораторий на проверки он у нас федеральным законом определен. Вот. Мы вводим определенные налоговые каникулы по уплате части налогов. А вы сказали 93 миллиарда рублей инвестиций. Да. Насколько это большое число для Рязанской области по сравнению с прошлыми годами? Если говорить за год, это достаточно. У нас на сегодняшний день новых рабочих мест порядка 25-30 тысяч. И это достаточно серьезный вызов для нас, потому что мы должны подготовить этих специалистов. Или же работать с другими регионами по привлечению через вот внутреннюю миграцию этих специалистов на предприятия. Это вот благодаря нашей инвестиционной политике, экономической политике и приходу инвесторов, которые создают новые высококвалифицированные оплачиваемые рабочие места. Да, в своем выступлении на части субъекта вы обозначили проблему кадрового дефицита, особенно в сельской местности. Да. И вы говорите создать 20-25 тысяч новых мест. Какая работа на законодательном уровне ведется, чтобы привлечь вот этих специалистов? Вот смотрите, значит, это я говорю об экономике, да, экономике новых, создании новых предприятий. Ну, как правило, в городе это сделать чуть проще привлечь. Потому что там есть у нас планы и по строительству общежитий, и по субсидированию процентной ставки по ипотеке в плане. А если говорить о сельской местности, то там эта проблема стоит еще острее. И зная потребности агропромышленного комплекса в специалистах молодых, мы приняли решение законодательно о том, что мы в 10 раз увеличили подъемные, так называемые, для молодых специалистов, пришедших работать в АПК. Если раньше было это 50 тысяч, то сейчас это стало 500 тысяч. Плюс в течение 3 лет 5 500 из областного бюджета мы доплачиваем молодому специалисту, работающему в агропромышленном комплексе, к его заработной плате. Но здесь не надо забывать о том, что кадровый дефицит еще испытывает социальная сфера. И здесь мы также разработали ряд мер, по которым обеспечиваем наших молодых специалистов в здравоохранении и в образовании бесплатными земельными участками. И по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» также выплачиваем до 1 000 000 рублей на приобретение жилья и выплачиваем в течение 5 лет дополнительные средства к заработной плате. Да, наверное, деньги небольшие, но создавая, комплексно развивая сельские территории, с одной стороны, создавая рабочие места в экономике, но параллельно мы должны обязательно думать о социальной сфере, и здесь вот как раз молодые специалисты нам крайне важны. Раз уж вы заговорили про социальную сферу, да, чтобы привлекать специалистов из других регионов, например, вы правильно
сказали, нужно же развивать социальную сферу. Да. Какие шаги в этом направлении делаются в Рязанской области по улучшению демографической ситуации? По демографической ситуации мы действительно сегодня находимся не в лучшем положении. Регион действительно достаточно возрастной, и рождаемость невысока. Поэтому мы сегодня вместе с нашим губернатором отработали ряд мер, ну, таких, например, как единовременная выплата молодым семьям за рождение ребенка 20 тысяч и 50 тысяч маме до 25 лет, родившей ребенка. Далее мы посмотрели по такой мере федеральной поддержки, региональной поддержки, как выделение земельных участков. Понимаем, что не все готовы идти, брать земельный участок и строить, а зачастую не все участки обеспечены инженерными коммуникациями. В этом случае мы предлагаем, это такая новелла в нашем регионе, предлагаем денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей многодетной семье, который может использовать эту выплату в качестве погашения займа по ипотеке или же эти средства направить на строительство дома, жилья, то есть. Вот, поэтому на сегодняшний день этой меры все активно пользуются. 200 многодетных семей уже получило денежную выплату за земельный участок. То есть мы как бы ее монетизировали, эту норму и это право. Ну и до 2028 года мы продлили действие регионального материнского капитала, плюс расширили его использование.